Привет, мы находимся в Казахстане. От Алматы 30 километров, родной город. Ну, первый, конечно, Кызылорда, а потом Алмата. Все нормально, приехали на новую базу, вот занимаемся здесь, сегодня провели. Ну, прошлой неделе у нас была такая втягивающая тренировка, в принципе, пока там то, все, и мы не снимали. Ну, сегодня понедельник, съемки были, значит, скоро, значит, видео будет. Отлично. Первые ранения в толчке, в рыбке. Это значит, что подходим уже к довольно-таки серьезным результатам. 165 сегодня на два раза никак не получалось. Думаю, что в любом случае вырвем. Потому что без нагрузок, без падения они хоть и не нужны, но они всегда будут. Сегодня даже 200 суперсет не получился. Видимо, не люблю отмазываться, перелет, всякая ерунда. Просто не получилось. В следующей неделе будем работать над техникой, работать над результатом нормально. Вес отличный у меня. 102,5, конечно, 103,800. Всем пока. Смотрите мои тренировки, наслаждайтесь. Конечно, тренируйтесь, занимайтесь активно. Всех люблю. Давайте, пока. Ваши геологи. Thank you.
свои грамотные вот такие забыл бы.